Я так давно хотел тебя. Бога молил. Не могу поверить, что это случилось. Ты пришла ко мне. Да, Мейсон. Я дал себе клятву не переходить черты. Я тоже хотела тебя. И думала об этом не меньше. Мне это даже снилось. Правда? Да. Я хочу тебя, поэтому и пришла. Хочу быть с тобой. Я понимаю, что это все перевернет мою жизнь, твою жизнь. Не бойся. Если мы счастливы, значит все правильно. Но есть и другие люди. Разве мы можем думать только о себе? Здесь столько всего. Нет, я не смогу. Мэри, подожди. Я возьму все на себя. Пусть винят меня, я приму это. Только не уходи. Не сейчас. Керк вышел из машины, идет к дому. Понял? Прячься. Скажи, Керк догадывается, что за ним следят? Не думаю. Он все время был рядом, и мы не смогли поменяться местами. Он следит, потому что ревнует. Ник, у него есть оружие, ты видишь? В руках ничего нет. Но может быть что-то в кармане или спрятано в кобуре. Кто знает. Он уже совсем близко. Так, давай прячься. Мне что, теперь в кладовке сидеть? Делай, что я говорю. Он уже у дома? Да. Мы с Брендой будем за вами следить. Все. Я что, не участвую в операции? Иди в кладовку. Не глупи. Живо! Он у вас под окном. Отключаюсь, а то услышит. Удачи. Какого черта ты творишь? Так будет лучше. Я велел тебе уйти. Поздно. Ну все, мам, рассказывай. О чем? Ты сидишь со мной, но тебя как будто нет. О чем ты думаешь? Время бежит. Что-то позади, что-то впереди. Дни рождения всегда навевают такие мысли. У тебя совсем потерянный вид. Родная, нет, все у меня хорошо. Просто я кое-что поняла. Пока есть силы, надо радоваться жизни. А для меня главная радость – это моя семья. Так что я абсолютно счастлива. Извини, не переживай. Наверное, просто устала. Не буду, если ты хотя бы улыбнешься. Ну как? Гораздо лучше. Впрочем, кое-что меня тревожит. Вчера ты сказала, что ощущаешь себя в тисках. Вчера у меня просто был сложный день, и эти слова уж точно никак не связаны с Ником. Хорошо, ты не хочешь с ним объясниться? Я много об этом думала, но я еще не готова. Вернее, я еще не заслужила на это право, ну если ты понимаешь. Мама, я запуталась. Я не могу разобраться в своих чувствах. А ты не думала обратиться к специалисту? Вообще-то думала. Давай. Не затягивай с этим. Время – это самая ценная вещь на свете. Могу я попросить у вас ручку и бумагу? Конечно. Совсем другое дело. Главное, как нанести макияж. Тебе очень идет. Я тебе кое-что принесла. Джина! Какое красивое! Я такую красоту в жизни не носила. Надень на свидание с Тедом. Такой щедрый подарок. Как тебе благодарить? Да никак. Надеюсь, ты простишь меня. Я знаю, со мной иногда трудно. Но ты знай, я за тебя переживаю. Не только как родственница, но и как друг. Я чувствую то же самое. Ладно, мне осталось допечатать последнюю страницу курсовой. Хорошо. Переодевайся пока. Спасибо, пока. Хейли! Хейли! Он здесь! Быстрей! Хейли, где ты? Сейчас спущусь. Да скажи, где ты, я сам поднимусь. Привет. Бог мой! Ты неотразима. Спасибо. Я захватила с собой платье. Мы хотели куда-то пойти? Погоди. Дай полюбуюсь. Все готово, кроме библиографии. Я слышал, как ты печатала. Просто пулемет. Жаль, что не успела закончить. Просто потрясающе. Спасибо большое. Завтра сам закончу. А я все сделаю. Нет, закончу утром. А сейчас нас ждет особенный ужин. Ты еще не ел? Ел, а вот ты нет. Нет. У меня будет поздний ужин. Не терпится. Тогда не обязательно. Нет, никаких возражений. Я опять голоден. Я просто обязан отвезти тебя в людное место, где... Все увидят тебя в этом платье. Как скажешь. Отлично. А это что? Это визитка. Здесь нашел. Написано «Ювелирный магазин Фаулера». Где ты ее нашел? Не помню, но я ее оставлю. Вдруг захочу заказать украшения. Ну что, идем? Идем. Вперед. Это подарок Керка. Что скажешь? Все его подарки мне противны. Это не по плану. Я знаю, но что поделать. А сейчас я повернусь к окну, чтобы он меня видел. Это очень неразумно. Ники, операция продолжается. У него есть что-то в руках? Нет, по-прежнему ничего. Кажется, я что-то видела, но не уверена. Темно. Дай-ка я сам посмотрю. Я готов тебя придушить. Придушить? Ты этого хочешь? Сейчас я покажу тебе, чего я хочу. Ты все в бирюльке играешь? Нет. Мне страшно. Не бойся, мы справимся. Держись рядом и все. Иди сюда. Тревога. Керк достает что-то из кармана пиджака. Пригнись. Отбой. Он обтирает лицо платком. Привлеките его внимание. Я знаю верный способ. Наверное, пойдет к машине. Похоже, сматывается. Да, он уезжает. Пусть Бренда проследит за ним. Передам. Я на мгновение занервничал. Я тоже. Спасибо, дружище. Мы были на волоске. Нам не привыкать. Ориент-Экспресс? Да. Здесь чудесно. Да, кухня здесь неплохая, и вид тоже ничего. Но это уже дорогущее место. У меня семейная скидка. Посмотрим, смогу ли я пустить в ход свои связи и заполучить столик без брони. Вот он. Подожди, я сейчас. А как врач, в который ты ходила? Не нравится? Нет, я побывала у нее один раз и больше не пошла. Я не знала. Она несла какую-то чепуху. Мы с ней говорили на разных языках. Значит, надо искать того, с кем получится. Хочешь, наведу справки? Не знаю. Милая. Только что вошел Лайонел. Мне надо поговорить с ним. Прости, я ненадолго. Конечно, иди. Спасибо. Келли. Не стоит отказываться от терапии, потому лишь, что врач не понравился. Подумай об этом. Хорошо. Добрый вечер, София. Здравствуй, Марк. Ты случайно не видела мою жену? Сегодня нет. Мы договорились поужинать. Хорошо, что я тебя встретил. Нам надо поговорить. Давай присядем. Марк. Пожалуйста. Да, я ушла, не дождавшись результатов. Ты даже не позвонила. Я сердит на тебя. Я была ужасно занята. Ты просто куда-то пропала. Необходимо решить, когда ты сможешь сделать биопсию. Если честно, не так уж я и занята, но я боюсь биопсии. Это неразумно. Сделанные нами анализы не дают полной картины. Без биопсии мы ничего наверняка не узнаем. Не уверена, что хочу знать. Оснований для паники нет. Я же говорил, что такие опухоли чаще всего доброкачественные. Но времени терять нельзя. Чем скорее начнем действовать, тем больше шансов на успех. Я ненавижу больницы. Хорошо. Я могу сделать все у себя в кабинете. Я подумаю. Ладно. София, я понимаю, ты боишься. Но другого выхода нет. Надо делать биопсию. Нечего раздумывать. Я тебе назначу время. Позвоню, скажу, когда прийти. Марк, не дави. Что бы там ни было, появилось оно не вчера, и умру я не завтра. Я должна свыкнуться с этим. София. Да, я понимаю твое состояние. Мне тоже пришлось пройти через период паники и страха. По другому, правда, поводу. Но я знаю, самое трудное — пройти все это в одиночку. Ладно. Я подожду до завтра. Надеюсь, ты придешь. И не бойся. Если мы начнем действовать немедленно, все будет хорошо. Не забудь, завтра. Нет. Я никогда тебя не обижу. Знаю, но... Мейсон. Да. Я не смогу потом лгать, ты же понимаешь. Понимаю. Но я хочу тебя. Да, хочу. Ты сердишься? Нет. Я сам себя не пойму. Не знаю, что происходит. Я думал, что слишком циничен, обозлен, чтобы любить. И вдруг, как мальчишка, хочу вырезать на деревьях наши инициалы, переворачивать телеги. Лучше не надо. Не бойся, телегу я не потянул. Веду себя как дурак, да? Нет, ты чудесный. Это все из-за тебя. Ты так давно мне нужна. Мы столько времени потеряли по моей вине. Ты заставлял меня смеяться, чувствовать, о многом думать. Я этого боялась и потому убегала. Я тоже боялся. Ни у тебя, ни у меня ничего подобного не было. Ты неопытна, а я вечно выпускаю иголки. Неудивительно, что мы боялись друг друга. Ты всегда понимал меня лучше всех. Иногда даже слишком хорошо. Марк, наверное, уже дома. Мне надо идти. Нет. Не думай о Марке. Не сейчас. Только мы. Побудь со мной. Побыть с тобой? Это ведь не сон. И не одна из моих фантазий. Ты здесь. Я здесь. Ты такой реальный. Но я не могу забыть о Марке. Забудь. Хоть на минуту. На несколько секунд. Никто не потребует у тебя отчета. На свете вообще никого нет. Только мы. Кажется, я наконец наелся. Не могу даже выразить, как я счастлива. А ты не выражай, просто будь счастлива. Постараюсь. Мне нравится это чувство. Здорово. Боже, знаешь, когда папа умер, я каждый день мучилась. Как же я теперь буду жить? Что ждет меня впереди? Но теперь я совершенно спокойна. Это прекрасно. Я даже боялась переезжать. Но потом подумала, все же новый город. И не ошиблась. Я нашла хорошую работу, прекрасных друзей. И сейчас я наконец-то поняла, что жизнь — это не вечная борьба. Она полна волшебных моментов, как сейчас. Я рада, что мы встретились. Я тоже очень рад. Знаешь, когда я сравниваю себя с тобой, я ощущаю себя избалованным мажором. Тед, когда я смотрю на тебя, я чувствую себя деревенщиной. Нет, Хейли, послушай. Я, конечно, мало чего знаю о твоей жизни, но она испытывала тебя на прочность. Ты через столько прошла, и несмотря на это, посмотри. Ты осталась доброй. В тебе есть внутренний стержень. Я бы тоже хотел таким быть. Ты такой. Нет. Ты поступаешь так, как считаешь нужным. Тебя не сломить. Я вижу это. Я верю в тебя. Простите. Все, он уехал. Хорошо. На сегодня все, инспектор? Есть новости от Бренды? Нет. Она бы сообщила, если бы он поехал сюда. Думаю, он дома. Тебя тоже пора увозить. Подожди. Умоляю, не спорь. Я вам еще нужен сегодня? Думаю, нет. Спасибо, Ник. Спасибо за все. Точно, Круз? Да, абсолютно. Все нормально. Но если он вдруг вздумает вернуться, имейте в виду, это не предвещает ничего хорошего. Это опасно. Я справлюсь. Ну ладно. Берегите себя. Оба. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Переночуй у мамы или у Келли. Нет, я поеду домой. С ума сошла. Мы хотим его поймать или нет? Если я не приду домой, он что-то заподозрит. Решит, что я что-то не договариваю. Нам нужно действовать по плану, иначе все пойдет прахом. Наплети ему с 3 короба. Придумай, где будешь ночевать. Плевать, что он подумает. С этого момента делай, что я скажу. Еще чего! Напоминаю, все это я придумала. У меня тоже есть право голоса. Ты его сильно не повышай. Я лично не хочу, чтобы сегодняшний сценарий повторился еще раз. Вот как? Вот так. И что? Тебя так огорчило? Что я не хотела прятаться или что я тебя обнимала? И то, и другое. Не понимаю, с чего так переживать. Да потому что это неправильно. Это было лишним. Я не умею сдерживать свои чувства. Я не такая крутая, как ты. Думаешь, мне легко? Представь себе, нет. Такие ситуации все еще больше усложняют. За нами Керк следил, его надо было убедить. Меня тоже убедила, молодец. Но давай без этого. Давай! Я на пушечный выстрел к тебе не подойду, уж поверь. Иден. Перестань, не надо плакать. Не стоит того. А что здесь смешного? Ты. Я? Да, ты. Мы всегда так спорили, помнишь? Как ни странно, но мне этого не хватает. Джина, он ее лапал, а потом они валялись на полу. Я в ярости. И что ты сделаешь? Попытка номер 2? Тебя заподозрят в первую очередь. Посмотри на Дэвида Лорана. Скажут, убийство жен входит в моду. У тебя есть пистолет, дай его мне. Ты его не получишь. Сделай что-то с Иден, я прокручу пленку. Не смей мне угрожать. А ты не вынуждай меня. Иди домой, отдохни, прими ванну. Только не сходи с ума. Сердечко побереги. Мне нужен пистолет. Я без него никуда не уйду. Оставь меня. Где он? Я отсюда не выйду, пока ты не отстанешь. Убирайся. Ну ладно, я ухожу. Но я это запомню, Джина. Никаким силам, ни земным, ни небесным, я тебя не отдам. Пусть это будет мой грех. Ты не можешь отвечать за мои грехи, за благодеяния. А жаль. Тогда рай был бы мне обеспечен. Я искренне верю, что развод — это неправильно. И то, что я здесь по отношению к Марку, это... Все правильно. Наши чувства — это благословение, ничего больше. Не верь тем, кто скажет иначе. Неправильно лишь то, что ты хочешь все это зачеркнуть и уйти к Марку. Это подло по отношению к нему. Есть, правда, еще один выход, но не знаю, решусь ли я. Какой? Пока не могу сказать. Если это касается меня, я хотел бы знать. Нет, я не могу. Виноват не только Марк. Я не могу во всех несчастьях винить его одного. Даже несмотря на мои чувства, думаю, наш брак можно было бы спасти, но... Но что? Он изменился после взрыва в загородном доме. Не понимаю, при чем тут этот случай? Сейчас я не могу тебе это объяснить. Он скоро будет дома, мне надо бежать. Не хочу, чтобы он переживал, не застав меня. А почему нет? Ты же за него переживаешь? Пусть теперь он. Что толку сводить счеты, Мейсон? Я согласен. Но ты уже решила, как быть дальше, я прав? Кажется, да. И что же будет? Я не могу сказать. Прошу. Здесь я должна решить сама. И все же, отложи решение до завтра. Ты смущена тем, что произошло, но так было предначертано. Веришь? Да. Хорошо. Не принимай поспешных решений. Можем поговорить завтра, и ты все мне расскажешь. Поговорим, конечно. Но завтра я не готова. Я скажу, когда. Хорошо? А мне как теперь себя вести? Если мы вдруг встретимся где-нибудь? Я знаю, я несправедлива к тебе. Справедливость. Что бы ты ни решила, я тоже хочу иметь право голоса. Ты устроишь вброс. В любви и на войне все средства хороши. Не дави на меня, ладно? Не переживай, все будет хорошо. Конечно, ведь я люблю тебя. И все будет так, как я хочу, да? Тебе не говорили, что ты избалован? Нет, потому что меня злит, когда так говорят. Но я становлюсь лучше. Ты уже лучший. Лучше всех на свете. Мейсон. Что? Я люблю тебя. Ты слышала, что ты сказала? Люблю тебя. Люблю. Ты сказала это впервые? Я впервые это ясно поняла. Я тоже тебя люблю. Мейс. Мэри. Вы знаете, пожалуй, я дождусь жену. Где ты теперь живешь? Знаешь, у меня забронированы гостевые диваны. Например, у Августа и у Брико с Эмми. Но ежедневник еще не весь заполнен. Так что, если у тебя есть диван... Лучше не надо. Да я шучу. Не хочу еще больше обострять наши отношения. Ты сегодня уж совсем серьезно. Да, я не поняла, что ты шутишь. Шучу. Вообще-то я удивлена. Я думала, эта история вас с Августой сблизит. С Уорреном вы, кажется, помирились. Да, это так. А с Августой у нас скорее временное прекращение боевых действий. Мне жаль. Что-то теряешь, что-то находишь. По-моему, ты потерял слишком много. Как бы это потактичнее сказать? Я знаю, сейчас ты не в лучшем финансовом положении. Я хочу помочь. Если нужны деньги, только скажи. Спасибо тебе. Сейчас не нужно. Мне крепко досталось от Сиси, но я сохранил равновесие. Ты ведь почти разорен. У меня осталась парочка тузов в рукаве. Но все равно спасибо за заботу. Если вдруг передумаешь или тузы не помогут, дай знать. Я запомню. Ладно. Мне пора. Меня ждут великие дела. Очень рад был видеть тебя. И я рада. Слушай, когда ты говорил с доктором МакКормиком, ты была как-то подавлена. Кто-нибудь болен в семье? С чего ты взял, что я подавлена? Я наблюдал за тобой. Ты была сердита и подавлена. Я видел. Не знаю, что ты там такого разглядел. Боюсь, это твое воображение. Это же я, Лайонел. Я знаю тебя, как никто другой. И вижу, когда ты что-то скрываешь, как сейчас. Да. Кое-что есть, но я не хочу это обсуждать. Давай на этом остановимся. Ладно. Как скажешь. До встречи. Вот и я. Хорошо. Извини, что убежала из-за стола. Все в порядке. Хотела выразить сочувствие Лайонелу в связи с тем, что случилось с Уорреном. Что с тобой? Я только что видела Дилана, и вдруг он как сквозь землю провалился. Дорогая Келли, я вижу, твои глаза полны чувством вины и страха. Я ненавижу Ника за то, что он с тобой делает, но я не вижу выхода. Я снова пытаюсь достучаться до тебя. Так не хочется, чтобы вечер заканчивался. Мне тоже. Мы так чудесно его провели. Я его всегда буду помнить. Так, подожди-ка. А зачем его помнить? Предлагаю все повторить. И даже много раз. И будет не хуже. Обещаю. Я верю. Тогда план Б. Какой? Что, если мы немного прогуляемся по пляжу? Почему бы и нет? Идеальное время для бесед. В такой прекрасный вечер. Как назло. Что? В доме Локриджа наверху горит свет. Наверное, я забыла выключить. Когда мы подъезжали, света не было. Может, охрана? Давай я лучше схожу и проверю. Подожди меня здесь, я мигом. Джина. Алло? Эй! Кто здесь? Ау! Марк МакКормик. О, Боже. Мэри? Мэри? Марк? Не поздновато ли для верховых прогулок? Мэри была здесь? С чего вдруг? В доме видели, как она шла сюда. Но я рад, что ты тоже не знаешь, где она. Что ты уставился? Нельзя. Так Мэри здесь была? Да. Тебя искала. Ты был в доме для гостей? Там не было света, и я пошел в особняк. Я бы искал в домике для гостей, это логично. К этому часу она обычно уже дома. Ей нечего делать дома. Она должна была ужинать со мной в Ориент-Экспресс. Я прождал ее 2 часа, но она не пришла. Вот как? Я всех обзвонил, но так ее и не нашел. Ты, конечно, ничего не знаешь. Откуда же я могу знать о твоих личных делах? О моей семье ты много знаешь. Мейсон, я дам тебе маленький совет, и лучше тебе его принять. С этой минуты держись подальше от Мэри. Она моя жена, и принадлежит мне, а не тебе. Люди не могут друг другу принадлежать. Марк. А если бы и могли, Мэри уже точно не твоя. Ты своими руками разрушил ваши отношения. Мне и вмешиваться не нужно было. Не будь тебя, у нас бы не было никаких проблем. Уйди с дороги. И у нас все наладится, я говорю серьезно. Держись подальше от нас. Сестра Мэри. Сестра Энн. Заходи, дорогая, заходи. Я буду ждать, пока ты наконец не поймешь, что мы созданы друг для друга. Люблю, Дилан. Дилан! Знаю, меня здесь быть не должно, я уже ухожу. Что ты здесь делаешь? Я же просила оставить меня в покое. Послушай меня одну секунду. Я написала тебе письмо. Нет. Оно все объясняет. Я больше не могу. Я шла тебе навстречу. Я считала, что ты страдаешь по моей вине, но я не дам себя в обиду. Я тебя не обижу. Куда ни пойду, всюду ты. Ты же обещал не лезть ко мне, но ты не держишь слова. Все, хватит! Что ты делаешь? Вызываю полицию. Да, это срочно. Сначала прочти письмо. Нет. Не кричи, послушай меня. Нет, нет. Хватит. Да что с тобой? Я люблю тебя. Я не сделаю тебе больно. Ну что, едем? Я еще побуду здесь. Не хочу так рано ехать домой. Тебе это все в кайф, да? У нас есть цель. Нельзя, чтобы все было впустую. Не впустую. Он видел нас вместе. И что же он ничего не сделал? Так это он подарил? Да. Когда? Сегодня. А знаешь, зачем? Зачем? Просил провести с ним вечер. Умолял. Думаю, он просто не хотел отпускать меня сюда. Мне даже жаль его. Я понимаю, какая ненависть его раздирает. Человек пытался тебя убить. И наверняка попытается снова. А ты его жалеешь? Может, сразу встанешь под пулю? Я все понимаю. Незаметно. Наверное, по-своему он тебя любит. Но он болен. Он... Ему нельзя верить, он ненавидит тебя. А ты? Ненавидишь меня? О чем ты говоришь? У тебя достаточно причин. Я усложнила тебе жизнь. И сильно. Ты сделала то, что считала правильным, как и я. То, что должно. Я все еще верю в старую истину, что не делается, все к лучшему. Я тоже в это верю. У тебя научилась. Ну, хоть чему-то ты у меня научилась. Многому. Ты не злись на меня. Знаю, это звучит безумно. Но с тех пор, как мы встретились, я чувствую какой-то рок. Мы проходим разные этапы, но постоянно возвращаемся друг к другу. Сегодня так и случилось. Я верю, однажды мы будем вместе. И искренне в это верю. Можешь не отвечать. Думаю, нам пора ехать. Спасибо, что поговорил со мной. Что делаем дальше? Собирай вещи. Ночуешь у Келли, у мамы, в отеле, где хочешь. Мы придумаем причину. Круз. А может, я ошиблась насчет Керка? Да, он злится, ревнует, но он не убийца. Запомни раз и навсегда. Он опасен, поверь мне. Круз, это Ник. Я думал, ты уже уехал. Я решил дождаться возвращения Бренды, но ее нет. Зато здесь Керк. Что? Не знаю, как он ее обхитрил, но сейчас он перед самым домом. Я заметил его на фоне дома, слышишь? Я его не вижу. Это был точно он? Точно. Так и не ясно, вооружен он или нет. Стой, не отключайся. Я его больше не вижу. Он зашел за дом. Озвучено собственными руками в 2019 году. Текст читали: Маргарита Давыдова, Екатерина Кутерницкая, Ольга Маркина, Наталья Томилина, Сергей Эрик, Сергей Фадеев и Максим Федоров.